Привет, дорогие друзья, сегодня у нас очень крутой влог. Мы набрали вот столько вот всего, много. Пацаны пока что жрут, а я буду носить уже. Хватит жрать, носим доски. Рамирос подошел. Рамирос что, поможешь строить полосу препятствия? Let's go, парни. Рамирос Building Corporation is coming here. We move fast, we build fast. We make good quality. Перед просмотром этого видео хочу сообщить, что я сделал акцию. Акцию... Какую акцию, блин? Не акцию, а конкурс, ребята. Я делаю конкурс на свой трек. Кто сделает лучший ремикс, ремейк, пародию... Не пародию. Кто сделает лучший кавер на мой трек, Мишаня никакой морали. Хватит прожигать свою жизнь за экраном. Хватит делать популярными наркоманов. В инстаграме и напишет хэштег никакой морали, тот получит 5000 гривен. Но если он у вас будет реально крутым, 5000 гривен это 10 тысяч рублей, еще получит пиар в моем ютубе, в моем инстаграме и все, что захотите, все для вас. Пишите хэштег никакой морали и через месяц я выберу победителя. И еще не забывайте, ребята, что... Жесть, офишал скидки на футболке, в которой я снимался. В этом клипе никакой морали. Ни в одной популярной песне никакой морали. Вот на эти футболки сейчас скидки в жесть офишал в инстаграме. Заказывайте. Приятного просмотра, а мы погнали снимать новый влог на второй канал. Если на моем канале есть кроме бойсов еще герлсы, можете под мой трек просто станцевать. Правда, не представляю, каким этот танец будет, но можете. Делайте видосики, получайте за это бабки. Привет, друзья! Сегодня у нас новый выпуск «Полосы препятствий». Это какая часть, пацаны? Четвертая или пятая? Уже не помню. Хорошая. Но последняя была зимой в скейт-парке. Она набрала меньше всего просмотра, но она была самая сложная. Дрифтим! Очень интересно. Сегодня у нас полоса препятствий номер 5, но это будет первый этап, который состоит из трех этапов. В сумме, кто выиграет 3 этапа полосы препятствий, получает 5000 гривен. В каждом этапе, как сегодня, победитель получает 1000 гривен. Вот, я вставляю их сюда в поддон. Кто дойдет до этого поддона, до финиша, тот получает штукарь. Проигравший. Смотрите, ребята, правила. У всех есть по 2 или 3 заезда. 2 нормально? 2 нормально. По 2 заезда есть у каждого. Кто доезжает до конца, до финиша, тот забирает 1000 гривен и получает 15 очок, например. Кто второе место, то 10 очок. Кто третье место, получает 5 очок. По сумме трех этапов, кто выиграет больше всего очков, тот получает 5000 гривен. В каждом этапе, как сегодня, 1000 гривен в приз и одна футболка жесть. Кстати, новые футболки можно заказать в инстаграме жесть офишал с моим принтом с тараканов. Большая просьба перед съемкой видео к власти нашего города или страны, не знаю, этот парк, который мы сейчас будем снимать, потому что я выселился с другого дома, подсними валик немного. Он разрушен уже около 20 лет, и, ну, тут нема, что кусты снимать. Потом подснимешь. Около 20 лет разрушен, и это очень приятное место в центре города. Сделайте что-нибудь с этим, умоляю вас, потому что здесь очень красиво. Пацаны, все поняли правила? Да. По сумме трех этапов, кто... Два заезда есть. Выставляешь ногу, уходишь с трассы. Все. Кто один раз выставил ногу или где-то упал, он проиграл. Если никто не доедет до финиша, тогда тот, кто дальше всех доехал, тот и занимает первое место. Тот и получает 1000 гривен, тот и получает 15 очок. К примеру, 15 очок нормально, 15 здесь 5. Да. Ну все. Да. Вот трасса начинается отсюда. Отсюда стартуем. Идем по вот этой тонкой доске, только мы будем ехать на велике. Дальше вот здесь вот тонкая. Валик, ты можешь сбоку пройтись. Дальше вот здесь вот я не пойду ногами, потому что она сломается, она очень тонкая. Как вы думаете, от велика сломается или нет? Нет. Здесь плавают червяки, болото, грязь. О, курица. Просто капец. Я обойду.
Здесь самое вонючее место в городе, хоть был раньше самый красивый парк. И можно было бы с этим что-то сделать. Вот смотрите, как все засрано. Куча шприцов, здесь колются наркоманы, здесь сцена раньше была. В современ СССР на этой сцене ребята выступали. Всякие концерты, были музыка, Колян еще не родился тогда. Ну, я тоже не застал этого, но здесь можно было вернуть это все. Дверь сломается. Не, нормально, сломается. Дальше вот тут вот маленькая дыра, ее нужно перепрыгнуть тоже. Потом резкий выезд по этой доске. Дальше выезжаешь, под углом нужно повернуть, успеть. И нет практически скорости, чтобы выехать вот сюда вот. Дальше заезжаешь корыто, с которого кушает Рамироса собака. Ленточка. И дроп отсюда. Дальше. Ты сбоку можешь снимать, это сейчас снимается весь проход. Сбоку мы. Дальше качеля. Выходить ногами я не буду. Никто еще не пробовал, никто не тренировался. Будет эпично на видео смотреть первый раз. Дальше резкий поворот на 90 градусов. Нужно съехать отсюда и подняться туда. Стань сбоку сниму. Стань там вот сбоку, даже видно резкий угол. Что видно, если тут кущи? Да видно там. Кто съезжает с этого, выезжает наверх. Забирает деньги, забирает футболку, жесть. Все, все поняли трассу, все, да? Да, все, нормально. Все, начинаем участвовать. Кто первый? Кому Джесси сейчас подойдет, Рома? Рома! Стань, став. Да! Участники у нас Валик, оператор участвует. Сегодня Мэлло еще есть. Джестин, братан. Влад Петру, который с нами в Буковеле был, пастой обмазывали. Колян, который пропердел весь влог, тот же в Буковеле. На что ты пердил вообще? Что ты портишь? Кто его не видел, на 50 минут влог, ссылка в описании, это самый смешной влог, который был на канале. И Рамирес есть сегодня, наконец-то. Джесси не участвует. Все, погнали, все готовы сорвать денег. Рома, какие прогнозы? Как думаешь, куда доедешь? Давай сразу. Я думаю, доеду за багно. За лужу, да? За лужу. А что, не уверен в своих силах дальше доехать? Не уверен, нету сил. Колян, куда доедешь? Как думаешь? Не знаю. Влад, как думаешь, куда доедешь? Всю трассу проедешь, Мэлой? Да, это и до бассейна. Это, до бассейна? Тань, на кого ставишь деньги? На меня? Я не катался уже давно. У нас есть подвес, он тяжелый, на нем тяжело прыгать. Есть мой хардтейл синий, но на нем нет тормозов. Кто на чем будет ехать? Подвес. Подвес? Подвес. Тогда все едем на подвесе. Все взяли палки, да? Все запомнили? Раз, два, три. Джесси, давай палку. Джесси, дай палку. Дай палку. Рома, чего дай палку? Дай палку, Джесси. Давай палочку, Джесси. Иди шукай. Дай, теряй палку. Чья? Ну я. Колян едет первый. Начинаем игру. Что за розыч? А, ты не вышел. Ты могучий. Ну, світиться стерео. Може, ми знімаємо? Але знали, походу, це стерео. Але я не знаю. Типа, знімаю. А як я починаю? Світиться. Личиночки. Валік знімає всяких там чувачков, які тут живуть. О, це капець. Фу, запах. Якщо навіть не виграєш штуку гривень, не попадеш в фінал, хоча б приїдь від цих птеродактилів, то вони тебе живьем сожрут, живьем сожрут. Жалко. Все, готов? Да. За мат минус очко. Це, але ви мовчите, не кричите. Ну что, поддержим Коляна криками и хлопками. Мне так страшно, как на гонке с мотокросса. Серьезно? Фу, я не знаю. Колян, я думаю, ты справишься. Это круче, чем гонка с мотокроссом. Помни, как ты в карьере по трубе ехал, помнишь? Гонка с мотокроссом не дают бабки. Ты в карьере по трубе проехал лучше меня, Колян. Давай, Колян. Давай, давай, давай. Бляха, это жестко, чуешь? Ну давай їдь, неси. Я не можу, я поїхати не можу. Давай ти що? Не треба! Ну ми ж не на время сделали, а ти тянеш. Стой. Фу. Все, от это, до цього доди. Да ладно, ти серйозно? Я говорил, давайте на хартель їхати, там нет тормозов. Так лучше. Ні. Да все. Давай на хартель. Ні, на хартель. Бери хартель. Ні, я не поїду на хартель, я точно. Бери хартель. Все, давай. Минус очков. Мать. А что я? Так я не знаю. Рамирес, чтобы настройки не работать, штука гривен лучше сейчас сорви. Может, выбьюсь в люди наконец-то. Да. Как тебе трусы одевать? Вот так, сюда руку засунуть. Сюда?
На кону Адик оригинал. Let's go. Давай, Рамиро! Давай, давай, давай! Бляха, муха! Все, я поверил в чудеса, ты пацаны твои! Давай, колбасик, колбасик, давай! Колбасик! Шара Мирос! Нас убил! Рамирос молодец, дальше колена. Хоть колен катается, а ты нет. Блин, я думаю, это нереально. Рамиро всех вдохновил, да? Прогнуло жестко, да? Да. Рамирос пока что лидер, у него сейчас 1000 гривен. Посмотрим, или сможет его рекорд побить Мелой. Блин, как ты ехал? Я вообще ничего не дергал, я просто так ехал. В чем сила, брат? Не надо, короче. Сила Вадик. Поправьте сейчас. Короче, я скажу секрет, что вся сила в поддержке. Джесси меня поддержал. У нас Рамиро съехал отсюда. Так что лидер остается все-таки Колян. Бляха, мало влепал колено тупо. Колено? Колена. Сел как ракета. Давай, пошел, Мелой. С ракетой. Ох, лопут. Ох, лопут. Яйца, яйца, ё-моё. Бля. Ох. Ё-моё. Мелой. Мелой. Чувачи. Ха, погнал. На, снимай дул, я буду тим. Давай, Валик, бой. Все, запись пошла. Я верю, что то, что ты будешь лидером, давай. Ебай, лидер. Ну, адреналинчик такие хорошие. Серьезно, стрёмно? Да, тупо. Ты мне скажи, я чувствую, что ты реально заедешь сюда? Да, е. Yeah. Да? Да. Я до главное. Последнего думал, что типа жопа. Дальше все фигня, ладно? Жестим. Привлад, сними GoPro и последний кадр чистой футболки своей. Все, можно? Да. Стой, стой, ты уже съехал. Что съехал? Ты съехал с самого начала. Дэнс! С самого начала ты... В смысле? Чуваки, так я дрянный раз ехал там? Да. Да, ты с самого начала я кроме раз ехал. Двумя колесами причем. О! Та ну! С первого раза. 100 гривень. На Мишу ставила. Раз за раз и проиграл. Тільки ніхто не ставив нічого. Сняв качелі? Да, ну только від ззаді я что-то. А чого я збоку зняв? Я спросив збоку знімати. Так як-то на емоціях побіжав за тобою. За сцену побіжав? Ну да. Так я сказав, не біги на сцену з тебе. Мальчик, ти такий зляканий. Чого, я не зляканий, я на емоціях. Если он приехал, я не ожидал. Девчонки, Колян выиграл, вам ставит сейчас кофе. Хотите кофе, пиццы? Шо? Колян брутал вас угощает, он выиграл. Забудь меня. Блин, а ты читер, ёпт. Короче так, пацаны, чтоб интереснее было, ты снимаешь? Угу. Так как я даю эту штуку гривень, я ее себе не беру. Я беру очки,
Но 1000 гривен дам тому, кто второе место займет. А я очки? Погнали. Ну очки, солнцезащитные. Солнцезащитные. А. Я была... Чисто? Рим всегда выиграет. Монополию. Монополию, да. Ты меня довел. Жулик, там... Мене нервы крадет, уже брал. Крадет деньги там с кассы всегда. Но... Девчонки, вас Колян Брутал угощает пиццу. Первые девушки, что придут к нам, получат пиццу от Коляна. Хотите? Он вас ведет на пиццу сейчас. Это мешанные деньги. Он в руке был. А, круто. Вот вам, Колян Брутал, здесь сидит. На, давай на пиццу, потому что пиццы нет. Я ж мою ехать сейчас. Давай. Ну ты прикалываешься. Давай, Коля. Ты меня застеснял. Дай девушке на пиццу деньги. Спасибо, что с тобой. До свидания. Я не знаю, что сказать. Наконец-то Коляна заставил с девушками чуть-чуть поразговаривать. Хорош, Колясик, ты первый шаг. Возьми номер телефона у девочек. Вони маленькі. Вони старші. Які старші? Ти їдеш, Колян, одягайся. А я їду? Ну так, да, круг пройшов. На. Колян би не розпереживався, нашого його так розхвилювали. Все, давай. 900 гривень готов урвать? Да. То разъезд. Смотри, смотришь прямо на цель, не видишь препятствий, просто едешь и ни о чем не думаешь. Угу. Окей? Все, давай, я поеду. Давай. Все, Колян готов. Давай. Просто ты мог выехать, это самое простое выехать здесь. Дропнуть ты тоже смог бы, почти до конца доехать. Чё, я мог выехать, ну. Я попрыгал. Вообще... Колян пока что лидирует, следующий у нас Рамирес. Рамирес, как ты одеваешься? Трусы я как одеть. Итак? Нет, подожди. Руку просунь. Ты же не так удив, снимай. Ох уж это дома. Блин, ну чё я не выехал? Я мог бы выехать, дропнул и ещё качели бы проехал. Ну да, мог бы. Чё ты не выехал? Я не знаю. Рамирес готов победить, 900 гривен урвать. Карета? Да. Все, пошел! Дерьмом лепнул мне на камеру и на палец. Fucking shit, nigga. Fuck you. Fuck you. Рома! Грязь как грязь. Рома. Ехал себе, да и поклонила в сторону. Рома, ты почувствовал грязный ты... после себя? Ну да, ты же грязный, Рамирес. У меня не было варианта ехать в чистоту. Это моя среда. Это моя точка последняя. Ох уж это Рома. Как иначе? Рамирес делает толчок удачи. Толчок удачи от Рамиреса. Подожди, я сейчас подожду. Давай! Давай, Мэллок! Толчок удачи не помог Рамирес. Я тебя обманул, это был толчок грязи. Очень грязный Рамирес, а ты поверил. Грязный толчок был. Мелой дальше проехал за Рамиреса. Мне 500 гривен надо. Наш? Купить приемник и видеопередатчик. Куда? В квадрокоптер. Влад, если поддашься, то делим пополам выигрыш. Кажу, добре, давайте. То я поддаюсь тогда, и что, по 300 гривен? Он потом говорит, а не, але Валик нас может перегнать. Да? Коля, ты так сказал Владу, что делишь с ним выигрыш, если он подаст? Зачем такое делать? Я не буду давать, если вы попадете, я не буду давать ничего. Давай! Давай, Валик, бой! Лено! Давай!
Я так верил в тебя, что ты доедешь. Колян лидирует. Если Влад сейчас не побьет рекорд Коляна... Колян заберет 900 гривен. А я последний, да? А, да, ты Миша, последний. Все, я же не еду. Мне кажется, что ты выиграешь. Не вигривай, подійдись тут просто і все. Рамірес, не треба мені толчки удачі. Що, ready, boys? Раз, два, три! Багато скорості взяв, реально. А зачем ты крутил на досках? Ты не растерялся и не смог балансировать. Ты взял скорость и очень, ну, начал крутить на досках. Бляха, я выиграл, слезы пішли. Скорость-то? Колясик 900 гривен, якраз дох мені 500 обласив. Який дох, ти вже забрав мене, який дебіл. Настя, я поддався, з тебе 450. Я бачив, ти постикнув. Ти виграв чи не виграв? Капець, я не думав, що я виграю. Поймаєш? Рамірес там по телефону говорить, до скоро даже не знаєш, що ти побіжив. Рома, я виграв. Да, Колян, вітаємо. Ну все. Получается, Колян занял второе место, у него 10 очков, он переходит в следующий этап. И это значит, что у него в следующих этапах будет преимущество выиграть 5000 гривен. Поздравляю, давайте похлопаем Коляну второе место. Держи деньги. Валик украл 50 гривен. А футболочка тоже маничная? Да, и футболка же Steam твоя. Вот это да! Эмочка, хорошо. Все, поздравляю, похлопаем Коляну. Молодец, Колян. Громче, да. Чего это? Футболочки жесть, моя заказать, в жесть в офис шел. Да, правильно сказал. Колян, должен 200 гривен. Нету. Рамирос, вот, научишься лучше ездить по наршорам, не нужно и на стройке будет работать. Смотри, как Колян рвет. Ставьте лайки, если хотите увидеть следующую часть. И обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить следующий видос. Следующий видос будет очень крутым, потому что мы сделаем намного жестче полосу препятствий, намного больше препятствий, намного выше, намного стремнее. До скорых встреч, я вас очень сильно люблю. Спасибо, что со мной. Пока. Бонг. Я бой. Я бой. Привет. Ну все. Что, пацаны, хочешь попробовать за сотку приехать, не? Дивись, якщо доїжджаєш на той доски, в другому сцені 100 гривень. Якщо все траси 500. Ось то, що людей прийшло підтримати друга Захара. Блёпа, у мене. Ти ще должен, Захар, на мойку. Що не вийшло, Захар? Чому не доїхав? Та я соскользнув, я боявся все іменно, що посередині типу впасти. Ну, понятно, ну що, попробував, молодець. Ладно, власть, хоча б попробував. Ну, ти що, хочеш попробувати по своїх 100 гривень? Точно? Да. Пробуешь? Да. Уверен? Уверен. Я тебе помою байк. Уже все, уже и так надо. Уже грязный, Влад. Хаида, типа. Ладно, Влад. Тен-тен-тен. На тебе на мойку. Давай. Не рви, ты что, идиот? Я треба купить видеопередатчик. Этот участок проезжаешь 100 гривен, но если проезжаешь всю трассу, 1000 гривен получаешь. Я думаю, что я не выйду на ту горку. Ну ты попробуй, что да. Попробуй. Жесть, Тим! Давай. О, блин! Вот это же Steam было. Все, не спеши, не волнуйся, все хорошо. Хорошо, что крикнул уже Steam. Уже Steam, блин. Вообще прикольно. За участие. Что, хочешь попробовать? Закосарь в этот раз. Я боюсь уколюсь. Да она не убьет тебя, только испачкаешься. Блин. Ну думай. Давай, если переедешь к Алюжу, лужу точнее на русском, 50 гривен получишь, даже если не доедешь туда. Давай. Будешь первый, кто переедет лужу среди пацанов своих. А все? 50 гривен просто лужу переехать. Давай я. А вот ты, Влад, идиот. Ну, два колсурка, да. Ну, Колян, смотри, к тебе девушки уже пришли. Смотри, какая спортивная. Ну, Миша, не сможешь мне нанести. Если я захочу, значит, я захочу. Я не буду, Миша, я не хочу.
скажу. Ти возьми оттуда ржаний звук. Що ти боїшся? Що воно було тако різко? Давай, давай, і стой там. Подсунь, як я прошу. Та я подсуну максимум. Чувак, воно таке... Яке максимум, Мішань, що ти смієшся? Нормально, Калян. Калян боїться зараз спробувати віддільно качелю. Всі спробували вже, крім Каляна. І ти глянь, попросунь, воно зараз буде перевішувати. Ну, все, піднімається. Отак, отак. Ага. Б. То ж всі проїхали, що ти це? Це жорстко тебе сунув. Ладно, мені так впаду. Я ж вчора локтя побив. Давай, Каля! Подсунь! Ну так має бути. Фух. Мінус одного очка в следующому етапі ти мачнувся. Що? А це були змагання, це просто я проїхав на заставку, так що ти мене не розведеш. Коли ви локтя скидувати? Коли? Коли вон? Давай, Ромир, спробуй первый раз в жизни качелю. О, справа! Ебо! Да, по краю тебе проехал, вот так. Ух, потонула немного ладошка. Потонула ладошка, реально. Канан, давай ты знакомься, смотри, какая гибкая девушка. Одна в трусиках там, вообще, твоего возраста. Иди. Мне такие нравятся гибкие. Не нравятся гибкие? Ты ж не пробовал даже. Как думаешь, Рома на два прыгнет или не на заднее? На переднее. Фронт не получился. Куда дальше? Давай, Рома, едет. Блин, я же деду выехал, таки тебе бляк, а жизнь не перелетается, думаю, что с таким. Ага, правда? А я не буду. Давайте, кто? Самый короче качели съедет. Мы уже отсунулись, сейчас очень короткое, можно еще чуть короче. Никто, все? Давай. О, бля! Мэлэ. Ебой! Кто следующий? Орги? Та не говоришь, что орги на мосту. Короче, ще. Что? Да там не, никак не получится. Він на мотокросі, на спідвеї, на беймиксі, на велосипеді, на картингу, на самокаті, на всьому її. Мені все грав. Класний пацан, спортивний, займається спортом, не п'є. Мама, я тобі займаюся дуже рада. Він має бути накачений. Не подходить мальчик з кузом на деньгами з подписчиками. Потому що. Тому що. Я не ведусь на гроші. Він пацан, пацан, пацан! Як його звати? Як його? Коля, Коля. Коля, Коля. Чуєш, Коля? Ти за правильне питання? Ні. Ну, що? Окей, подожди. Сказала Вероніка, яка їсть, не все. Чуєш, Вероніка, ти відпадаєш, ти Коля вже не підходиш. Як тебе звати? А що? Катя, Катя. Катя, чим тобі Коля не нравиться? Він має бути накачений. Все є для ми не ведемось на гроші всякі там. Та тут не про це говориться, просто в людини все є, типу, але дівчини не може знайти, чувак. Понимає? Може, поможете йому реально? Ми просто... Ну дивися, якщо в нього немає дівчини, значить в ньому щось не так. Нікак, вообще нікак. А у вас же парней скільки було? 25. Ого. 73. Мама, як в телевізорі. Ну ладно, а оцей пацик вам нравиться? Да, я уже старый дед, так что... Сколько тебе роки? Мне 75. Ну и вот, не подпишись. Нет, запишите в нотатках Коля, нижний прочерк Копылюк. Добрый, я на него подписана. Вы... Да? Да. О, давно его знаю. Как? Коля Копылюк. Она просто Мишаня Городника дырит. Так вот. Я тут нема. Давай, я подпишу. Вот это мне, что не платит. Вот это да. Сам, немножко рыбы поставить. Чуешь, а кто сказал там счет пополнить? Я. Давай ми тобі деньги не важні. Ми пополняємо тобі щото, ти йдеш гуляти з Колею один день, чуєш? А? Чуєш? Ми пополняємо тобі щото, ти йдеш з Колею гуляти. Давай. На скільки тобі поповнити? А в мене весь час тренування, немає часу. Ми тобі на дві. Давай я тобі куплю тренувальні ще, а ти підеш з Колею гуляти. Дуже дорогі тренувальні, там без він, знаєш, скажу ж таки. Ну давай куплю за три штуки, підеш гуляти з Колею? Так, ні. Бачиш? Він зі мною не хоче гуляти. Він хоче. Ви можете не мішати нам фото?
Колян, вот девушка пришла знакомиться. Він якийсь, ну, він странний. Не хочеш знакомитися, так? Ні. Вона спеціально спустилась з моста, дівчинка, от, Калюну, він взяв телефон, морозиться. Зараз, подожди, будь ласка, окей? А що ти, дівчинка, маєш дати? Я не зрозумів. Доски чи ні? Ти можеш привезти доски? Що ви робите? Зараз мій брат приїде по доски. Піди познайомся з дівчинкою. Я не пришла. Хочу, все. Вона к тебе прийшла, спустилась. Ну і що? Він написано, клас. Я жду 5 секунд і йду. Він не хоче свою дівчинку. Він застеснявся. Він ще маленький просто. В следующий раз, через пару лет. Обміняйтесь інстаграмом і телефоном. Інстаграм, допустим. Доставай телефон. Може пусть обнімуться і лучша заставка, чим полоса препятствия? Коля нашел свою девушку, правда? Это лучше хайпанёк. Да, давай! Вероника, стань, пожалуйста, вот тут. Все, можешь в Инстаграм пиарить. Вероничка, нижнее подчеркивание. Что это за покемон? Это Колян познакомлю. Все, в телевизоре. Все, иди. Говори Инстаграм, серьезно. Ну ты ж сказала! Вероничка, нижнее подчеркивание. Мне не нравится. Мне нравится? Некрасиво? Ты или рано еще ты? Какие рано? Ну да. Не нужны тебе еще девушки, да? 14 лет, зачем тебе? Выключи. Давай поставим что-нибудь в руки. Что я дружу с этой привычки? Да нет. Спасибо большое, что помогли носить. Вот два пацка, которые смотрели, остались, помогли нам. Спасибо всем, пацаны, за участие. Так очень спокойно бой начинает Конор. По-хозяйски занимает он центр октагона, но хорош на ногах Эдди. Рост у спортсменов примерно одинаковый. Подловил сейчас на лоу-кике. Еще один лоу-кик высекающий. Ну, Конор это мастер провокаций. С ним, наверное, в этом отношении мог сравниться только Нейт. Малая. Кс-кс-кс.